В SCPD при выполнении задания вы имеете полную поддержку командного центра. Для следующего задания одобрено применение перекрытия дороги. Перекрытие дороги перед целью и вами будет установлено по вашему запросу. Столкновение с заграждением нанесет объекту повреждение и снизит его скорость, давая возможность задержать его. Этот фордовский слипер, высокопроизводительный седан, выглядящий как обычный гражданский автомобиль, отличает комплектация Super High Output и двигатель EcoBoost с двойным турбонаддувом. За неказистой внешностью этого революционного американского седана скрывается удивительная мощь. V6 с двойным турбонаддувом объемом 3,5 литра выдает больше эффективной мощности, чем атмосферные двигатели большего объема — 365 лошадиных сил. Он производит 474 ньютон-метра крутящего момента в промежутке от 1500 до 5250 оборотов в минуту. Этот сделанный на заказ полицейский перехватчик призван заменить легендарный Crown Victoria с 2011 года. Новый полицейский автомобиль снаружи и внутри, по последнему слову техники, укомплектован всем, что может пригодиться стражу порядка. Следует дольше на Grand Ocean Road. Скорость более 240 км в час. Остановить его не удается. Центральная подтверждает начало перехвата. Перехватчик 1. На связи центральная. Разрешаю использование заграждения. Удачи.
Subaru Technica International была создана в конце 80-х для разработки раллийных автомобилей Subaru. В настоящее время компания также занимается созданием высокопроизводительных моделей Impreza WRX, сочетающих мощь с точностью и спортивный характер с практичностью. Автомобиль оснащается 2,5-литровым 16-клапанным двигателем «Боксер» с турбиной и промежуточным охладителем. Даже при эффективной мощности в 300 лошадиных сил, при 6000 оборотах в минуту, машина сохраняет фирменный баланс и отточенное управление. Пятидверный кузов машина унаследовала от стандартной модели Impreza. Характер WRX STI подчеркивают увеличенные колесные арки, большая по сравнению с обычной моделью колесная база и укороченные передние и задние свесы. Центральное всем подразделениям запрошено подкрепление на Boulder Road. Мы оценим вашу реакцию. Соблюдайте осторожность.
Горацио Пагани и его команда снова создали произведение искусства, способное передвигаться со скоростью более 350 км в час. В студии Модонезе будет создано всего 5 роудстеров в дополнение к 5 существующим купе. 7,3-литровый двигатель V12 компании Mercedes-Benz AMG при нажатии на педаль ревет, как дикий зверь. Ему вторит шум воздуха, попадающего в воздухозаборник, расположенный прямо над головой водителя. Благодаря исключительной прочности карбона-титанового монокока, для версии без крыши, которая в сложенном состоянии находится спереди, ему понадобился лишь очень небольшой редизайн. Колесные гайки, на которые нанесен логотип Пагани, выполнены целиком из титана. Для следующего задания ваша машина оснащена механизмом сброса полосы с шипами. Сзади автомобиля выстреливается полоса с шипами разрывающей покрышки. Если объект наезжает на полосу, он будет временно обездвижен. Воспользуйтесь этим для задержания. Количество полос с шипами ограничено, на перезарядку требуется время, поэтому используйте это оружие только когда успех гарантирован. Конец. Идет преследование Subaru Impreza на South Face Drive. Нарушитель съехал с дороги. Необходимо подкрепление. Подтверждаю. Перехватчик в пути. Перехватчик, во время погони вы можете использовать полосу с шипами.
направляется к строящемуся туннелю. Нарушитель направляется к железнодорожному туннелю. Идет преследование синий Субару на South Face Drive. Нарушитель съехал с дороги. Необходимо подкрепление. Подтверждаю, перехватчик в пути. Перехватчик, во время погони вы можете использовать полосу с шипами. Нарушитель съехал с шоссе и направляется к строящемуся туннелю. Столкнулся!
шипами. Повторяю, используйте полосы с шипами. Полоса с шипами развернута. Полоса с шипами развернута по ходу движения. Нарушитель преодолел полосу с шипами.